Что такое громоотвод? Ну, который, блядь, гром, ну, типа, молнии не дает ударить. Помощь ну, будет? В домах стоят громоотводы, типа, молнии... Так он, на... так он за нас! Так он за нас! Он бьет в этот громоотвод, так он и за нас! Благодаря заземлению. Он за нас! Трипер за нас! Зачем да нам я громоотвод? Понимаю, это была шутка, но не душни, ну... Егор, ультуй! Куда? Мимо ульта пра-пра-пра-пра. У Егора сейчас жопа сгорит, я его знаю. Киньте в морфа аккумулятор, он умрет от разряда. Охуеть! Как же мне похуй, блядь! Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Блять, куда вы пошли? Зачем? Ну мы почти. Блядь, нет фул стороны. Ну мы почти. Ладно, хватит бубнить! Пошли драться, надо. Хватит бубнить! Хватит бубнить. Зато мы красивые самые. Топ-5 цитат. Цитат. Вы дураки набитые. Я, конечно, извиняюсь, но. И продолжение. Ты ж мой котеночек. Долби, долби, пуджа, солнышко. И я не знаю, как нажимать эту ебаную кнопку. Вот, 5 цитат. Можно ли засунуть ледышку от ульты лича? Не, если ты хочешь, ты засунь, конечно. Я тебе не могу, малыш, ничего запрещать. Как я могу тебе что-то запрещать? Ты можешь делать все, что хочешь. Засунь себе ради бога. Но я тебе скажу такую вещь. Береги жопу с молоду. Время. Войди в тему. Хорошо, первый и третий? Угу. А прекрасно петь? А почему не четвертый? А прекрасно петь? Потому что это не время. Так вам не нужно время, вам нужно наречие. Уходи наречие, обозначающее время действия. А, да, верно. Все, первый и третий... Да, извините, извините. Все? A few moments later. Еще раз говорю. Если в чате есть реально богатые, зарабатывающие взрослые люди, пришлите 5000 на пиццу, я не могу. А студентов просьба ничего не присылать. Если есть кто-нибудь, кто сидит тихо, никого не тихо, у кого есть бабки, 5000, пришлите мне, пожалуйста, блядь, успокойте мои нервы. Я закажу пиццу и нажрусь пиццей. Так. 5 minutes later. Что у нас тут было? Что у нас тут было? Кто-нибудь помнит? Да блядь. Кто-нибудь помнит, как мы это делали? Это говнище сраное. По цифрам говорите. Как? Куда что ставить? Я не могу уже! Боже, это охуенно просто! Это просто охуенно! Отлично! Господи! Писюнчик мой, Вадим. У тебя такой маленький писюнчик, что я думаю, что я весь стрим буду его искать, малыш. Поэтому у тебя писюнчик не вырос, чтобы я его трогала. Уж извини. Прости, я меньше 1 сантиметра и не трогаю ничего. Дайте рампашку, маме Огра! Дайте рампашку! Блин. Еще 100 лет назад там не воспитала мама. И не сказала, что нельзя выгуливать детей на детской площадке. Нельзя этого делать. Ну, детей. Собак. На детской площадке. Вот. Сознание говорит мне, что дело в шляпе. Блин, это кисло. Друзья. Я вчера... Целый мешок мармелада заказал. Я жду теперь с нетерпением киберам. Ты просто молодец. Ты там что-то. Почему ты только... Малонар, я красивая? Да. Расскажи мне.
Не знаю. Ну помоги этой же женщине! Я в шоке съел. Слушайте, я сижу, играю в Доту на заимке. И мы уже почти вошли на базу к противникам. Это приходит Рипер. Но это парень, который научил меня в Доту играть. И он такой приходит. Отодвигает от меня стул. Он пристраивается сзади. И получается такая картина. Я... Меня твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать, блин. Одна история охуительнее другой просто, блин. А вот и чайник. Я говорю, знаете, было бы как классно. Знаете, о чем... Ой. Хрусть, хрусть, пальчики, хрусть, хрусть, пальчики. В доте девочки, в доте мальчики.